Привет, отец Макарий. Привет всем друзьям, единомышленникам, которые что-то творят, пытаются делать самостоятельно. В общем, секрет такой. Поиск неисправного светодиода. Забавно, да? Вот вся матрица светится. Источник тот же самый на гасящем конденсаторе. Конденсатор 2,5 микрофарада, потому что светодиодов много. Источник заведомо целый. То есть сюда лезть уже не надо, тут 100% все исправно. Значит, на контакте плюс, на контакте минус 315 вольт положительный, ой, постоянного тока. И секрет такой, матрица вся светится. Ну где же этот пресловутый светодиод, из-за которого она не светится как положено? Раньше мы проверяли каким образом. Мы подключали один контакт нашего прибора в режиме измерения постоянного тока 1000 вольт к щупу питания, второй контакт, бегали по матрице, и искали, где же тот самый светодиод, из-за которого у нас пробой, да? Третьей руки нету, в данном случае уже четвертый. Надо штатив для камеры. Вот таким образом мы делали так. И у нас начинала светиться матрица. Так, опа, вот видите? Вот в данном случае тухнет. Причем не просто тухнет, а мерцает. Ну, в общем, метод, данный метод при этой неисправности он неудобен и не подходит. Решение следующее. Ставим прибор в измерение постоянного тока 20 ампер, в данном случае у меня, на вашем приборе там, скорее всего, 10. Переключение, в принципе, можно не делать, но я сделаю, посмотрю заодно, какой ток течет. И берем щупчиками, это же шунт у нас получается, ком 20 ампер, тут шунт. Берем, замыкаем каждый светодиод. Если светодиод исправен, то он просто должен потухнуть. Прошу прощения за вот мельтешение, у меня нет штатива. Видите, потух. Видите, потух. Видите, потух. Потух. Опа, а здесь загорелся, смотрите. Опа, видите? Потух. 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 А вот этот светодиод, смотрите, я его закорачиваю. Опа, и вся лампочка засветилась. Вот, пожалуйста, вам очередной метод поиска неисправности светодиодной матрицы в светодиодной бытовой лампе. Все. Сейчас мы берем фломастер, маркер, оба слова импортные, Flowmaster, маркер, и метим наш светодиодик, который сейчас будем сдувать, опять же, горелочкой. Вот горелочка у нас стоит, газовая. Так, коты орут, надо снова их накормить. На улицу пускать нельзя, там драки у них. Да, это он. Сейчас мы его сдуем, возьмем вот другую матрицу, донор. Опять же, нужно смотреть на количество кристалликов. Видите, тут горят три точечки, нихера вы не выйдете, потому что у вас, точнее, потому что у меня не фокусируется камера. Нет, в общем, три точечки у меня светятся, и мне нужно набрать вот из моих матриц. Но здесь уже нету, надо в коробку лезть. Здесь тоже не то. Здесь маленькие однокристальные диоды. Здесь однокристальные диоды. Ну вот, кстати, матрица. Но она холодного свечения. Видите, зеленый этот фосфорицидный слой. А здесь желтый, оранжевый фосфорицидный слой. Вот такой вот. Видите, какая разница? Я, кстати, пробовал миксовать, плохо получается. Выгорают какие-то из них, я уже сейчас не помню статистику. В общем, тех, которых меньше, они выгорают. Видимо, там на них падение напряжения больше образуется, либо на теплое свечение, либо на холодное. Суть в том, что донор должен быть
точно такой же температуры свечения, как и ремонтируемая лампа. То есть, если ремонтируемая лампа с холодным свечением, то и донор должен быть с холодным свечением. То есть, вот эти зеленые светодиоды. Если ремонтируемая с теплым свечением, желтые, оранжевые такие вот светодиоды, то и донор должен быть оранжевым тоже. Все. Пока.